Это пиксель можно? Почему тебя не видно? Плохо слышно? Тебя не видно, не видно. А, не видишь меня? Ну тебя почему не видно-то? Ну я Володю хорошо вижу, вон. Ты не говори о себе. Почему тебя не видно? Ну? Я вас очень хорошо вижу. Я тебя не спрашиваю, как ты меня видишь. Я вижу, что тебя нету. Почему тебя не видно? Ну, я не знаю, почему. Ну, это от тебя зависит. А посмотри, глазок закрытый или что? Где у тебя веб-камера-то? А глаза у меня открыты, все открыто. Может, я что здесь не нажал, не знаю, что ну, как нажми, надо. Нажми. Ну, попробуй. В прошлый раз ты выходил с женщинами-то, видно вас было? Ну? Говори ему. Там под картинкой есть значок видеокамеры. Она перечеркнута у вас, наверное. Алексей. Первая слева. Проведи тут и увидишь. Видишь? Нет, нет. Нет, нет, не видно. Значок, видите, внизу там камера, этот микрофон, плюсик и трубка красная. Вот надо левую, самую крайнюю нажать, видеокамеру. Значок синий такой. Да, да. Ну вот что-то не видно. Тебя я вижу, а это самое. Нигде нету здесь. А тебя, тебя Володю хорошо вижу. А чё обманывают? Чё обманывают-то? Я уже давно привык не обманывать. Ай, что такое? Ну. Так, сейчас, подожди. Ну, вот меня не видно нигде. Ты вот перед этим сейчас коротко только заходил, тебя было видно. Значит, у тебя он работает. Вот перед этим ты заходил еще один раз. Прямо раз и сразу выключил, а тебя было видно. Да, и я видел, что меня видно было. Ну, так и поставь на место. Ну, постараюсь. Ну, ладно, там, в следующий раз, когда зайдешь, когда сделаешь все. В следующий раз? Ну, я сижу еще толку, у меня же своя работа есть. Сколько ждать? Не, ну ты мне скажи, я слышать тебя хорошо слышу, что я это не... это мне нельзя, значит... выставлять работы свои, это, иконы-то. От меня что надо? А? От меня что нужно-то? Ну, разрешение, что, если скажешь нельзя, я уберу их и все. Меня это не касается совершенно. Еще вопросы? О, Господи, ну что такое-то? Так, я тебе ответил. Никакого отношения к твоим иконам я не имею. Ты сам ими распоряжаешься. Нарисовал и можешь выставлять, как хочешь. Мне зачем это вопрос? Но они здесь на скайте у вас, эти иконы. Да у меня нет ничего. Я не нуждаюсь в этом. Можешь и не выставлять. Я к этому не привязан. У меня икон первый, весь угол заставленный. И в храме полно. Так, какие вопросы? Давай, задавай, а то я уйду. Ну ладно, ты это самое занимай. Я не умею делать-то еще их. Я, откуда я знаю, как сделать? Ну все тогда. Попробую, ясно, как что получится. Ясно, что не, не, иди, не, уходи.
Все, отключайся. Какой-то злой прям, я не понимаю. Ну, что такое, а? Ты сегодня не выпил? Не пьяный? Хорошо. Я говорю, ты не пьяный сегодня? Нет, я не понял. Еще повтори. Ты не пьяный сегодня, с похмелья, может быть? Игнатий, я не пью. Ну, а ведешь себя как пьяный. Привязываешься, злой начинаешь. Заходишь каждый раз со скандалами. Чего ты такой, сквалыжник-то? Да ни с какими скандалами. Я ну, так ты... разговариваю просто. Какие скандалы? Ты не разговаривай, задавай вопрос. У меня времени нету слушать твои бредни. Ты определенно... Ну, вот вопросы насчет иконов. Икон, я могу ли я писать и вот выставлять в интернет? Никакого отношения к твоим иконам я не имею. Пустой вопрос. Следующий. Это какой-то и ответ тоже такой, что или можно, или нельзя. Что-то одно должно быть. А никакого отношения не имею. Это не ответ, это неопределенно что-то. Ну, я тебе определенно скажу, ты же все равно не будешь делать. Буду. Не рисуй никогда больше. Уйди от этого дела, не греши. Все. Все понял. Так, все, давай, выключай. Иконописцы какие они. Привередливые. Выключаются. Вот ты, ну, видно мне. Сейчас тебя видать немножко. Разлохмаченный, ну, такой, толстомордый. Да, толстомордый. Ты говори, что у тебя есть? Какие дела? Как там Валентина? Валентина, мы с ней перезваниваемся. Разговариваем с ней. Она говорит, что пробовал с тобой разговаривать. Вот. Тетя Нина тебе передает привет большой. Вот. Валерий-то не нашелся? Нет, пропал Валерий, нету. Женщина поглотила его, да? Да, я не знаю, что он там, где он там устроил, в Самаре где-то он, не знаю. Вот пропал, больше ничего. А так молимся, общаемся. В круговую читаем, это как его, псалтырь в круговую ежечасно. Я в 2 часа ночи всегда читаю, вот, псалтырь, вот это вот. Ну, мне без этого, это, работа-то тяжко будет, она у меня была, работа, вот, писать, и иконы-то. Я же только иконы пишу-то, чё я? Вот. Уже разрешил бы икону, ну что я делаю этим? Я и причащаюсь, исповедуюсь, что? Володь, что смеешься вот надо мной? Я же тебе сказал, ты добиваешься конкретно, я тебе сказал, но ты, говорю, выполнять не будешь. И ты сразу пошел на попитную, еще ты рыпался-то на меня. Ну, нельзя, для меня это такая боль, как жизнь, вот, отняли. А зачем же ты на меня лез-то? Говорил, дай мне определенный ответ, да или нет. Я тебе сказал, ты что, подгоняешь меня под свое? Это у тебя как как наркотик какой, ты не можешь отстать уже от этого. Перестань, никому твои иконы не нужны, никого они лучше не делают. Иди и благовествуй людям Евангелия, не будь идолопоклонником. Понятно. Ну, заказывают и за большие деньги, за 50 тысяч, и за то, мне жить тоже они помогают хорошо, деньги-то. Ладно, ты как сказал, не буду я рисовать, все, ладно. До утра не будешь, а потом будешь, возьмешься. Ты деньги любишь, поесть любишь. Деньги любишь, поесть любишь. Деньги я, что тебе есть, деньги появились, пораздавал все. Что я деньги-то люблю, вот... Не люблю я деньги, капитально необходимые, что на хлеб нужно, конечно, беру. Ну, ну чё ж, брошу, ладно, не буду писать. Ты выйди на Сергея Парализованного, Козлов. Парализованный иконописец. Он тебе... Я... Да.
Я его знаю. Кое-что подскажет, кое-что подскажет тебе. Мозги вправит. Я его знаю, я видел целый ролик его. У меня здесь, в Казахстане, есть ртом, пишет зубами, пишет Валера, которого я маленько как бы, ну, обучал, если так можно сказать. Вот. А то так это высокопарно уж очень получается. Не обучал, но подсказывал хотя бы. Вот. Так, вот. У тебя вопросы, касающиеся спасения твоей бессмертной души, есть или нет? А, вопросы? Ну вот во сколько это, что я правильно делаю, что я ночью читаю псалтырь, час это до 3 часов, да по-вашему до 4 получается. Да разницы нет, псалтырь всегда полезно считать, говорит, легче солнцу остановиться, чем псалтырному чтению. Да, вот, утром встаю, молюсь, ну, ленюсь, слабо, ленюсь утром вставать. Молиться-то молюсь, но не так уж, как раньше было, вот. Вечером тоже несколько, не все вечерние молитвы читаю, а читаю так, не все. Ну вот, Иисусу Христу, Матери Божией, Ангелу-Хранителю, вот эти обязательные молитвы я все вычитываю. Помимо этих молитвословы есть молитвы, вычитываю тоже. Иногда на сердце сильно тяжело, ну, депрессия, что ли, какая-то. Я встаю, помолюсь, подольше постою. Легче становится, все, я отхожу опять. У тебя видно только один глазок очков, тебя не видно ничего. Что ты в рамку-то войди или что? Физиономия не влазит в веб-камеру. Вот так. Ну, получше маленько-то. Прям один глазок только. Ну, ты сам себя-то видишь, нет? Опять пополз вниз, все. Попробую, а так. Ну, вот так, видать. Стой, закрепи, ну, опять. Подними повыше фотографию-то. Подними повыше, а ты ниже. Все, ушел в окопы. Еще повыше, еще выше, поднимись. Вот так, закрепи, чтобы не дергаться, ушел. Партизан. Да надо, закрепи ее, не закрепишь, это планшет, я тебе сколько раз говорил. У тебя ничего постоянного в жизни никогда не было, такой планшет у тебя. Да у всех такие они планшеты, что у меня. Ну, значит, жизнь вся такая. И жизнь моя такая, и грешник я большой, и все я это знаю. И все время это в мозгах со мной. О, песню сложил на ходу. Поэт. Так, подними голову выше, ты спрятался опять. Вот так, держи. Ну, держи на одном месте-то. Что тебя вниз тянет-то? Все, держу. Вот так. Держу. Мы вас помним, ежедневно вас вспоминаем в утренних молитвах. И вы за нас тоже молитесь. Нам нужна помощь молитвенная. Хорошо. А за что? Хоть какие имена называть надо, как? Ну, какие имена называть-то? Вот мы, Володя, Никита, хотя бы 3, батюшка Акима, который крестил. Не, этих 3 этих мне знакомых я называю все время. Ну, все, больше и... не надо. Батюшку Акима поминай, хватит тебе. Володю Акима вспоминаю и Игнатия вспоминаю все время. Только правильно называй. Правильно называй. Иоаким. Как? Иоаким. Иоаким, правильно, как ну, посвященник. Ну скажи, у Девы Марии Богородицы отца как было звать? Ну, как звать его отца? Иоанн. Иоанн. Отца ты считаешь. Она была по паспорту Мария Иоакимовна. Иоаким. Ну да. Иоаким. Тоже ее звали, да? Ну понятно. А отца звали. А мать Анна. Мать Анна. Аким и Анна. Ну, да, поется в том. Ты опять уполз вниз. Вниз уполз. Тебя неудержимо тянет вниз. Ну, в землю тянет, в ад тянет.
Отстранись маленько-то, не вмещается лицо в камеру. Вот так. Вот так. Ага. Архиерей-то вас не обижает теперь? Кто? Архиерей ваш, алматинский, вас не архиерей обижает? А он нас и не касается никак. Он не то, что нас не касается, он нами не интересуется совсем. Есть мы живые или какие, что у нас творится, что у нас идет, что не идет. Он нас не касается совсем никак. Хороший архиерей, замечательный. Замечательно. Ничего. Он рукой, видно, устал вот руководить-то, да рукой махнул на все и все. Правильно. Ну все тогда. Больше разговаривать не о чем нам. Давай, наверное, прощаться будем. Прощаться и ничего не скажешь, да, больше? Ну как ладно. Я уже сказал тебе, ты это выполни, тогда еще зайдешь. Ну это выполни хорошо, не там передай уж что-нибудь. Да, кому-то кисточки передай. Второе тебе задание, раз охота. Кисточки в наследство передай, иконы даром раздай. И все. И иди на где поработай руками своими. Где-то дрова попили, яму выкопай. Да понятно. Это мне это сердечная недостаточность. У меня ноги как столбы. Я дышка, я не могу. Вот. Я так и знал, ты сейчас будешь на болячки скидывать. Ты еще 35 лет назад на болячки скидывался, что не мог пройти туда к Саше Долгову на гору. Ну, если она так была, я что могу сделать-то? Да дело в том, что трудно вам поверить. А, вы не верите? А чего ради верить-то? Ты сам. Да знаешь, если у меня давление 190 под 200 каждый день. Ну, а ты что? Скажи, куда уполз? Аппарат не брать не будет. У тебя даже очков не видать. Опять уполз. Вот так. А почему я тебе не верю-то? Как думаешь? Чё, врал много? Ну, ты-то знаешь себя. Почему я тебе не верю-то? Ты же легко можешь сказать. Не знаю, вроде не помню, чтоб я шибко врал, что-то врал. Хорошо. Я. А ты помнишь или нет, как я тебя на палатях прятал? Помню, помню. Помню. Тебя искали убить, а я тебя спрятал. Эх, да, было все. Так что было, кстати, было все. Да, ну так вот и. Поэтому мне верить-то надо основание, какое верить. А если не по правде, да опять на прежние люди возвращаются после покаяния, то какое у меня? Да такие, говорит, нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня готово пожрать противников. Как, говорит, пес на блевотину. И мы это знаем, и должны помогать друг другу выйти. Назад не оборачивайся. Забывая заднее, простираясь вперед. Да, понятно все. Кисточки раздам, а карандашом нельзя побаловаться когда? Карандаш. Ну ты хотел, чтобы я тебе что-то сказал, ты добивался. Я сказал, не балуйся, никакого образа больше не рисуй, спасай душу свою. Ты для всех идолопоклонников не угодишь. Да, понятно. Понятно, сказал, будет сделано. Да. Икона – это священное изображение, это не идолы, но люди из них делают идолов. Вот что беда-то. Да. Ладно, как Надя? Что у тебя там, Надя? А ничего. Ходит в церковь на занятия. Ходит, благовествует. За больными ухаживает. Ребятишек домой привозят сюда, с ними водится. А зубы болят все у нее там? Да и не болят они, их нету. Ай. Как говорит, за рубежом говорят, русские люди там появились, говорят, а правды нет. Говорит, у вас, говорит, медведи по улицам ходят. Он говорит, неправда, почему? А по дороге, говорит, ходят, по дороге. Так у нас, говорит, дорог нету, им негде тут ходить. Какие медведи? Скажи, Валя Житикова жива, нет? Не знаю, но была жива года 4 назад. Да.
наши знакомые все. Да. Жалко мне одного батюшку вашего было. Александра, который погиб в аварии. Пивоваров, отец Александр. Да, да, знаю я его хорошо. Это... Я к нему ездил, и сколько у него был. А ты еще вот. Ездил, помнишь, кому? К Дику, к одному, который воскрес из баптистов. Василий? Да. Ну как же я его не помню? Это бывший следователь. Я такие моменты хорошо запоминаю. Так он не следователь был. Ты забыл кого? Немец, который говорил, как он воскрес. А, вот. Воскрес? Это я ездил с армянкой туда к нему. Ну да. С Катей я ездил. Да. Дик Василий Корнеевич. Да. Да, хорошо помню. Ну вот ты напиши о нем. И тут в интернете пришли твои воспоминания. Что он рассказывал? Как это дело было? Он работал клубным работником, работал в клубе. Да, знаю. Партийный был, да все да. такое. Вот напиши подробно все и мне тут скинь. А я этот материал помещу с события дня. Ну хорошо. Все, ушел. Очки даже скрылись. Все. Все, провалился. Ладно. Все, ты ушел. Уже умаялся. Тебя не держит земля уже. Я ухожу. Давай, с Богом. С Богом, давай. Давай, выключай. Не хочешь со мной разговаривать даже. Ох, и привередливый же мужик такой. Это надо же. Сколько ну, какой привередливый? Какой я привередливый. Ну, это ты похоже, что с похмелья, с такого серьезного будуна. Давай, выключай. Игнатий, ты меня помнил, что я пил вообще? Не помнил. И ни разу такого случая не скажешь. А ты скажи, когда я тебя оставлял у себя дома ночевать, а ты пошел, и тебя разбойники ограбили и чуть не зарезали, ты помнишь? Ну, помню, конечно, это помню. Раздели меня догола. Ну, вот я тебе говорил, ты не слушался. А я тебе... Ну, не слушался, пошел на человека. Я тебе держал, не ходи, Алеша, не ходи. А ты, да ну, я то и пошел к маслозаводу. Они тебя уже ждали там. Да, это было. Это я тоже хорошо помню. Это ради... Твоих молитв, наверное, все было. А да. Мы за тебя молились крепко. Ну все, дорогой, давай, выключай. Ну давай, с Бог благослови. Да, в следующий раз набери сестер, у которых вопросы есть. И зайдите. Да раму-то эту, установи рамку-то, чтобы не дергалось. И я тогда постараюсь вам ответить на ваши вопросы. Ну хорошо, ладно. Ты знаешь, что у нас занятия идут в скайпе? В скайпе занятия идут ночью. Ну почему ночью-то? У вас-то как раз это не ночь. По-нашему 6 часов. По-вашему 6, а по-нашему 5. Да нет, наверное, ну да. Ну все, пока, давай, выключай. Ну с Богом, ладно. С Богом, давай. Давай.